Приветствую тебя на канале Summer. Сегодня я хотела бы открыть 21 контейнер в Overwatch. Хэллоуинский контейнер. Сегодня как раз таки уже 1 ноября, и по идее Эвен должен закончиться уже именно сегодня. Поэтому это, так скажем, наш последний шанс. Мой последний шанс выбить себе легендарные скины. Это именно то, что я хочу. На данный момент уже Эвен заканчивается, но скинов у меня не так уж и много. У меня есть скин на Дзиньяту, Сектант. Офигенский скин, он один из двух любимых с этого эвента у меня. Также мне еще очень нравится скин на Симметру, я его очень сильно хочу, и скорее всего, если он мне не выпадет, то я его приобрету за деньги. И еще мне выпал викинг на Торбьорна. В принципе, это все, больше из легендарных скинов мне ничего не выпало ровным счетом. Поэтому погнали, откроем эти 21 контейнер и будем надеяться на Легу. А еще я забыла сказать, что за этот эвент мне выпало 4 неэвентовых легендарки. И каждый раз, когда я открывала контейнер и мне летела легендарка, я просто сидела с замиранием сердца, ждала, что вот сейчас мне выпадет классная лего эвентовая. И было такое разочарование, когда падало что-то другое. Но надеюсь, сейчас мне повезет. Погнали. Первый пошел. И с него ничего не летит такого классного. Выпал значок со скином Зари. Скин Зари я, кстати, не так уж и сильно хочу, не сказать, что он меня особо как-то впечатлил. Но, в принципе, он прикольный. Граффити на Торбьорна выпало, на Трейсер, Лена и на Жнеца. Ничего особенного. Погнали дальше. И опять ничего. О, прикольно. Кававера называется значок. Хм, странно, я думаю, он будет называться по-другому. Ну да ладно. Черемница мне как-то больше нравится. И граффити Бу. Ну, прикольная граффити, окей. А тут у нас что? Граффити на Вдову Кровь и на Бастиона. Ну, ничего особенного. Ну ладно, впереди еще есть 19 контейнеров. Погнали дальше. Лего. Уже 3 синьки. Мы идем к успеху, ребята. Победная поза на Трейсер, сидя. Прикольная. Поставлю ее, пожалуй. Значок обычный. Запрос на медицинскую помощь отправлен. Понятно. Так, и значок на Торбо, тоже ничего такого. Идем дальше. Давай. Ну же. Нет, опять три синьки и все. Две хэллоуинские вещи. Надгробие значок. Кошечка. О, граффити на Мерси. Нимб. А что мне сейчас... Ну нет, у меня сейчас более прикольные стоят. И мумия. Ну давай же, ну хоть что-нибудь, ну хоть что-нибудь. О, да. Знаете, ребята, мне кажется, что это мое проклятие в Overwatch. Реально, это мое проклятие. Это уже пятая легендарка, не эвентовая за этот эвент. Меня кто-то проклял. Кто это сделал? Признавайтесь, чего вы хотите? Чего вам нужно от меня? Снимите это проклятие. Плиз. Райнхард, я еще на Рейне вообще не играю. Блин, ну конечно круто. У него тут тельце горит, но блин. Сектант, значок. Опять у меня сердечко замерло прям в предвкушении, но, к сожалению. Ладно. Скрестим пальчики. И пойдем дальше открывать наши контейнеры. Ну давай, плиз. Фиолочка летит. И это деньги. Деньги, это тоже хорошо. Сейчас у меня уже 3600, это отлично. Мне надо 4000. Я хочу купить ведьмочку и симметру. Пожалуйста, если не легендарки, то хотя бы 4000 монеток, чтобы я смогла купить все, что мне необходимо. Ну, какая-то обычная победная поза. Классно, мне нравится, люблю крушить тыквы. Мое почтение, рыцарь, к вашим словам, кто следующий? Сюда поставлю. А денежки и граффити на Мерси. Ну, такое. Погнали дальше. О, опять фиолочка летит. О, да, резьба по тыкве, классно. Классно. Мне нравится, круто. Насколько я помню, это с прошлого Хэллоуина, то есть это прошлогодний ПТГ.
Но все равно я довольно классно. Увидимся в Додзё. Граффити на фару. Такое себе. Что-то мне на фару вообще классных граффити не падает, только пиксельный нравится. Ух ты, это значок со значком контейнера. Значок со значком. Класс. Ни разу не тавтология. Погнали, давай, 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 давай. Ну же. Вообще ничего. О, почемарька. Почудовище Крысенштейна? Блин, интересно, как это в оригинале называется? Явно не почудовище Крысенштейна, мне кажется. Ну, почемарька клёвый. Клёвый почемарька. Йоу. Классная, классная фраза. Мне нравится. Перекати поле. Что-то такое себе перекати поле. Жизнь нечто большее, чем череда нолей и единиц. Занята, как обычно, в своем репертуаре. У меня осталось 13 контейнеров уже, но это еще даже не половина. Значит, еще есть все шансы. Давай же. Давай, ну хотя бы еще одну легендарочку. Ну, плиз. Еще одну. Ну нет. Окей. Нет, это не костюм. Это забавно. Это забавная фраза. Шляпка. 512 и на Генджи. Граффити. Уфу-фу-фу-фу, в 12 контейнерах. О, Мека. Прикольно. Классно, мне нравится. Значок бабка. Только через мой труп. Ну не, это мне не очень нравится фраза. А теперь получается, ну нет, еще не половина. В принципе. Фиолочка летит. Самбросито. Урания. Сейчас у меня стоит Сатурния. Мне кажется, Урания будет поприкольней. Хок. Ножница граффити. И денюжки. Ну, блин, все равно мне еще не 4000. Черт, что ж так мало-то? А вот теперь, можно сказать, осталась половина моих контейнеров. Из 21 уже осталось 10. Ох, божечки-кошечки. Божечки-кошечки, как волнительно. Как волнительно-то. Ну, давай же. Давай. Фиолка, пусть это будут деньги. Нет, это облик на Ханзе. Я так понимаю, с прошлого Хэллоуина, ну, лучше бы это были деньги, честно. Я за Ханзе не играю, и тут как бы фиолка, ничего такого. Ну ладно. Ну, прикольно граффити на Диву. На Диву все-таки граффити милейшин, я прям не могу, поставлю сюда. Все очень прикольные граффити на Диву, очень такие няшные. О, прикольное граффити. Фух, ну давай, пожалуйста. Нет, ничего из того, что мне нужно. Прикольная граффити на Мэй, вот, кстати, вот Мэй и Дива, это, наверное, те два персонажа, на которых почти все граффити, ну просто, ну такие ня, ну прям капец. Посмотрите на вот это, или на вот это, ну просто вот прелесть. Счастливого Хэллоуина. И на симметру граффити. Окей, ну 8 контейнеров. Пожалуйста, ну! Ну, хоть так, хоть что-то. Победная поза, мне это нравится. И граффити на Генджи клёвые. Клёвые. Это ничего такого, и тоже ничего такого. 7 контейнеров, ребята, 7 контейнеров! Бозички, давай! Фиолка, пусть это будут деньги. Нет, это не деньги. Ну, тут вот есть чуть-чуть денег. 300 монет. Ну, почему-то мне что-то подсказывает, что я уже не наберу эти 300 монет. И мне не выпадет ни ведьмочка, ни симметра. И мне придется выбирать между ведьмочкой или симметрой. И, наверное, мой выбор будет в пользу симметра. Давайте посмотрим эмоцию. Сидячий Ханзе. Прикольно. У меня, кстати, ни одной эмоции нет на Ханзе, походу. Это первое. И победная поза на трейсер. Уже вторая, кстати, падает. Ну, пусть будет тыковка. Тыковка пусть будет все-таки. Фух, 6 контейнеров. Давай, ну же, плиз. Ничего не летит мне. Милая граффити на Лусио. Я очень люблю такие граффити.
мультяшные, они ну просто, ну, они просто, ну, супер милые, я не знаю. Как вот это вот сейчас вот мне разобрать, где что? Ну, вот эти вот вроде повторяются. Хок, облик. Типа обычный какой-то, окей. 5 контейнеров, господи, 5 контейнеров, ну же! Овер, ты издеваешься надо мной. Страшно. О, страшно. Ничего такого. Как вы оцените боль по 10-бальной шкале? Да, наверное, вот сюда поставлю. 4 контейнера. Я прошу тебя, Овер, пожалуйста, дай мне. Лего летит, ну! Ну, в принципе, неплохо, да. Мне нравится так ваговый, из-за жнеца я иногда поигрываю. В принципе, неплохо. Это не то, что я хотела, но... Ну, окей, хорошо. Хорошо, это неплохо, действительно, мне нравится этот скин. Причем он мне нравится больше, чем Дракула, который сейчас вот в этот Хэллоуин сделали. И за жнеца я играю иногда, поэтому я, в принципе, не против была, вообще не против тыквоголового, но было бы гораздо прекраснее все-таки, если бы это была ведьмочка или симметра, или деньги. Победная поза, музыка. Нет, у меня сейчас стоит с тыковкой. Фух, 3 контейнера. Наверное, уже ничего не выпадет, слишком много легендарок нападало. Наверное, уже все. О, божечки, божечки, какая няха. Просто прелесть. Няха, няха, няха. Мне должно быть страшно, да? И обычный облик на торбо. 2 контейнера. Я уже ни на что не надеюсь, честно говоря. Фиолка летит. Это деньги, кстати говоря. Ну, блин, камон, камон. Это что за фишка такая, вот приблизить меня вот на столечко к нужной сумме, и в итоге у меня остался 1 контейнер. What the fuck? Если мне сейчас не выпадет легендарка с деньгами, это будет очень печально. Мне она не выпадет. Победная поза на бабку, сидя. Ну, что-то какая-то она странная. Фуф. Последний контейнер. Последний контейнер, ребята. Пожалуйста, пожалуйста. Легендарка, легендарка, да? Ну нет, нет, ну нет, ну нет, нет. Я хотела симметру. Я за крысу не играю, просто. Нет, скин очень клевый. Скин очень крутой на самом деле. Доктор Красенштейн мне нравится. Он очень топовый. Действительно, он прям классный. Но, к сожалению, это не деньги и не скин на симметру легендарный. Инженеров всегда недооценивают. На симметру фраза. Знайте свое место. У-у-у. Знайте свое место. А, ну вот и все, ребята. Вот и все. Не знаю, что я буду делать сейчас с тем, что у меня есть, потому что у меня есть 3850 денег, а я хочу ведьмочку, так как я мейню Мерси, и я бы хотела, чтобы у меня был этот скин на нее, но также я не буду говорить, что я делаю, когда я смотрю вот на этот скин, потому что, боже, он просто потрясающий, он просто невероятен. Я повторяла это и буду повторять, он просто невероятен. От самых вот этих вот я просто, ну прям, ну, о, какие копытца! И вот до этого всего, и вот эти вот рога, и глаза, и вот... А вы оружие видели? Вы видели этот глаз? Ну, это же просто божественно, это потрясающе. Я не знаю, наверное, все-таки я пожертвую ведьмочкой и куплю скин на симметру. Вот что я сделаю, потому что вот это, я не могу не купить, я не могу это не купить, потому что, ну, это просто потрясающе. Поэтому, пожалуй, я пожертвую ведьмочкой и куплю симметру. Действительно, я, если сделаю это, я не пожалею, как-нибудь без ведьмочки я проживу, а вот без этого я не проживу. Хоть я симметру особо и не мыню на самом деле, но это просто божественно, так что я его покупаю.
Да. Я купила ее. Ну что теперь поделать? 1000 у меня уже нету теперь. Не знаю, что я докуплю на оставшуюся 1000. В принципе, эвент еще идет. Может быть, я сейчас схожу куда-нибудь поиграю, набью себе еще один контейнер и буду надеяться, что мне с него что-нибудь выпадет из денег. Что вряд ли. Либо забью и куплю каких-нибудь эмоций, каких-нибудь победных поз и все. Ну что ж, ребята, спасибо всем большое, что посмотрели это видео. Я очень надеюсь, что вам было интересно. Я сама люблю открывать контейнеры и люблю смотреть, как другие люди их открывают. Мне всегда интересно, что и кому выпало в эвент. Так что надеюсь, что вам было тоже очень интересно посмотреть и узнать, что мне выпало в конце концов, потому что это был действительно последний шанс. Эвент уже заканчивается. Так что спасибо вам большое за просмотр. Поставьте лайк, если вам понравилось, если вам не сложно. И подпишитесь на мой канал. И приходите на мои стримчики. Я стримлю практически каждый день. Так что, да, спасибо большое за просмотр. Увидимся с вами очень скоро. И всем пока-пока.